Те, кто не испугался суровой работы в первые месяцы, остаются надолго. Именно так нередко происходит в коксохимическом производстве ПАО ММК, где уже почти четверть века трудится Константин Каратерзе. Он прошел путь от дверевого до мастера участка и, не скрывает, по-настоящему прикипел к работе и коллективу. С лауреатом конкурса «Лучший по профессии» встретилась наша съемочная группа. Дед работал на коксохимии, отец работал коксохиммонтаж, раньше был, пришел на коксохим на первую-вторую батарею. В феврале 2000 года пришел сюда, устроился дверевым, запускали мы после холодной консервации вторую батарею в ноябре 2000 года. Ну, как-то вот сложилось, что здесь и остался, потом перевелся на барельет, барельетчиком отработал 6 лет, потом в газовую группу, газовщиком. Заканчивал горный, кафедра МОМС. Сейчас повышение квалификации от предприятия обучает нас. То есть второе высшее. Интереснее работать, наверное. Больше автоматики появилось у нас. Автоматизированное стало, да, оборудование. Больше о людях стали заботиться. То есть безопаснее, намного безопаснее стало. Сохранность печного фонда, экология, люди также. За всех переживаешь, за все думаешь. 4 человека в смене и в газовой группе получается 14 человек. 18 человек в общем. Температура, гидравлический режим – это самое основное в нашем производстве. Не будет температуры, не будет кокса, будет плохая экология. То есть недопалы, опять же, смотрим за огнеупорной кладкой. Это самое основное у нас. Где-то что-то сразу ремонты производим. Выбросы, экология. Коллектив у нас сплоченный. Без этого никак. Потому что каждый знает свое дело. Даешь задание, выполняется все профессионально, моментально. У нас и руководство молодцы, помогают во всем, объясняют. Где-то что-то не получается, это все вместе, как одна семья. Самый главный проект последних всех лет – это строительство комплекса 12 батареи. Наши старушки еще дадут прикурить. Нормально, у нас все хорошо работает. Да, конечно, там интереснее в плане само производство. Кокса там по-другому, больше печи, много автоматики совершенно по-другому. Здесь мы привыкли, ну, как ручной труд у нас в основном. Там, да, там, по сравнению с ними. Ну, ничего, мы работаем, даем кокс. Нормально все. Так же работаю, как и все, но, видимо, где-то получше получилось, поинтереснее. Награда, конечно, для человека, она является и стимулом в дальнейшем как-то самовыразиться, наверное.